Этот флокс называется «Весенний поцелуй». Флокс моей селекции, выведен в 2011 году. У него сиреневые лепестки с рельефными жилками. Вот здесь вот очень это хорошо видно. С малиновым колечком. Хорошие, плотные, крупные соцветия. Он быстро разрастается. Стебли прочные. Очень яркий, контрастный, жизнерадостный такой флокс. Участвовал в выставке «Флоксы и компания» в 2015 году. Был отмечен как перспективный. Мне кажется, очень даже перспективный.